И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Пишет Доминоша. Возможность вкусно и недолго накормить большую компанию друзей и отличное дополнение к фильмам и сериалам. Не хочется готовить сегодня? Захожи, пишет Доминоша. И по моему промокоду вы получите скидку 38% на первый заказ. Города, в которых действует промокод. Железнодорожный, Зеленоград, Воронеж, Щелково, Сергеев Посад, Саратов, Санкт-Петербург, Самара, Рязань, Ростов-на-Дону, Ногинск, Мытищи, Москва, Люберцы, Краснодар, Коломна, Химки, Казань, Ковалев, Электросталь, Балашиха, Жуковский, Видное, Реутов, Воменская, Лобня, Красногорск, Ивантеевка, Домодедово и Долгопрудный. Сам промокод действует до 10 апреля. Промокод и ссылку на приложение оставил в описании под видео. Успевай воспользоваться. Всем привет, с вами снова я Бакфалкон. И сегодня смотрю поединок, который пройдет 9 апреля. Это бой между Райаном Гарсией и Эммануэлем Тагое. Шансы, на мой взгляд, здесь 80-20 против Гарсии. И я должен одержать победу нокаутом в 5-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка. Кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом, все ссылки в описании. Кстати, а фамилию соперника Гавасилия назвал немного неправильнее. Правильнее будет Таго. Эммануэль Таго. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на ринг выходит Райан Король Валь Гауси. 21 бой, 21 победа, 18 из них нокаутом и ни одного поражения. А вот выходит и его оппонент Эммануэль Геймбой Таго. 33 боя, 32 победа, 15 из них нокаутом и одно поражение. Нам представляют боксеров. Сейчас давайте напомним большим правилам, и мы начнем. Первый раунд. Погнали. Попадает Гарсия. Таго идет в атаку, Райан встречает. Рашмен. Неплохо. Точно, Райан. Мимо. Точно, Гарсия. Помахивает от того, Гарсия попадает. Мимо. Точно, Райан. Мимо. Махивает от того. Точно, Эммануэль.
Мимо. Куда я отрываем? Снова точно голосие. Мимо. Промахивает что-то го. Мимо. Говочие точен. Ваш мен. Неплохо. Точно ваем. Неплохо. Able to cover up along the belt line, blocks that. Мимо. Так вот точен. Ударит Гавасия. Снова точно ваем. Кэрлинч. Ваш мен. Точно Гавасия. Мимо. Галчея попадает. Первым же ушел, и он желаем. 10-9, Галчея впереди. Absolutely, and space is it. He's in space, he's too far away. He has to get the right range. И у нас раунд номер два. Ваш мен. Мимо. Точно Гавасия. Снова попадает Райан. Мимо. Попадает Таго. Керлинч. Мимо. Кэрлинч. Ваш мен. Точно ваем. Неплохо. Да, это Гавасия. Кэрлинч. Мимо. Да, это го. Точно, Лайон. Снова подает Гавасия. Мимо. Этого кот. Мимо. Точно так было. Куда я отрываю? Мимо. Ваш мен. Кэрлинч. Мимо.
О, помахи лучше. Рашмен. Точно того. И второй раунд давай также забивать. Копил 20-18. Галси впереди. Was because he wasn't efficient, he wasn't accurate. Yeah, he was throwing punches, he wasn't landing many. No, he's throwing them from too far away, they're too wide, he needs to shorten them up, get into better range, and use that jab as a finder. All right, you are dominating this fight. Keep it up, just keep doing what you're doing. И у нас раунд номер 3. Рашмен. Мимо. Да, Каваин. Точно снова Гарсия. Неплохо. Значит, активность Каваин забивает бой. Того встречает свой выживи. Гарсия точен. Мимо. Вдай, словаем. Неплохо. Мимо. Лосмен. Махивает сейчас того. Галатея точен. Мимо. Да, того. О, помахивает лучше. Рашмен. Мимо. Оба. Рашмен. Мимо. Махивает шаттаго. Неплохо. Anything to be successful is one dimensional. I mean, if you're a comedian, you don't want to be saying the same jokes all the time. Your crowd's not going to be there. Да. Эммануэль. Going to be there all night long if you do the same thing. Мимо. Да, того. Отвечает Галасия. Мимо. Да, это Мануэль. Рашмен. Дальше Лавайн. Неплохо. Мимо. Точно Галасия. Неплохо. Мимо. И третий раунд Гарсия забивает свою копилку. Сразу же 30-27 в его пользу. Go out and fight this guy. You understand what I'm saying? Take it to this guy. You have to go and get this man. Okay, listen. You can throw him off with some head movement. И он сейчас тоже такой же счет. А у нас раунд номер 4. Крылинч.
Точно вообще мимо. Ну, до этого Райан. Рашмен. Неплохо. Кэдлинч. Кэдлинч. Рашмен. Doesn't help to have the speed that he has. Sure. Anytime. Ну, обменяешь боксер ударами. Put it into the equation where whatever code. It had to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher. Неплохо. Back to the body. Мимо. А то код он попадает в того. Мимо. Дальше добиваем. Кэдлинч. Рашмен. Точно того. Гаучи отвечает. Мимо. Неплохо. Точно. Вен. Рашмен. Попадает того и поражен Гарсия. Вот это да. Идет Эммануэль в атаку. Рашмен. Кэдлинч. Снова Рашмен. Мимо. Да, это Вайан. Мимо. Гарсия точен. Кэдлинч. Мимо. Гарсия попадает. И четвертый раунд уже того. Сейчас у нас 39-37 в пользу Гарсии. Stay away from that power hand, okay? Keep circling away from that power hand. I need you to keep moving side to side, all right? Keep moving. Don't let him get that power shot. Now listen, you need to keep moving it. И у нас вау номер 5. До этого я снова точен Гарсия. Того помахивает, что Гарсия точен. Мимо. Точно Вайан. Мимо. Оба. Да, Гарсия. Black Mamba's defense is now serving him well. Nice job blocking that punch. Мимо. Рашмен. Well, I don't know if he's hip to the idea of becoming a counterpuncher, but Мимо. I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. He can time him, he can count him. Кэдлинч. And now just wasting everybody's time. Мимо. Гарсия точен. Мимо. Вдает Райан. Точно снова Гарсия. Мимо. Помахивается того.
Вайн попадает. Снова точно все. Неплохо. Мимо. О, помахивай лучше. Вашмен. Точно так было. Мимо. Вдает Гавусия. Неплохо. Кэдлинч. Точно Вайн. Того отвечает. Неплохо. Гавусия продолжает идти вперед. Мимо. Кэдлинч. He just wants to leave it this way. At the end of the day, people are going to say, oh, that guy fought kind of fight that, you know, a hard fight, you know, and he has an excuse. Maybe that's what's going on right now. Точно того. И пятый раунд минимально на Жиговосе. Шовок 9, Шовок 6. Вайан впереди. And you just have a sense that it's going to end at any moment in these later rounds. Yeah, these guys are not saving anything. They're going for broke right from the beginning. Do you want this fight? You want this fight? Listen to me. Do you want this fight? You got to stay. И у нас раунд номер 6. Вашмен. Апперкот. Мимо. Да, так го. Вашмен. Мимо. Точно. Эммануэль. Неплохо. Мимо. And what's going to happen next? See, you know, he's leaving himself open. He hasn't paid for anything yet, but Вашмен. Да. Того. Неплохо. Мимо. Точно вот того. Мимо. Вдает Эммануэль. Вашмен. Мимо. Того точен. Вашмен. Снова вдает по копушу Эммануэль. Поковш вот того. Гавусия отточен. Неплохо. Точно. Эммануэль. Вдает Вайн. Попадает того, потащен Гавусия. Едно добывание. Эммануэль.
boxing is so great. Yeah, you can come back just like that. One moment at the right time. That was at the right time. Final 10 seconds of the sixth round. Удачно. Эммануэль. И шестой раунд за того. Сердце наверное 58-56 хуже Дорсии после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. Keep them up, all right? I mean, you know, he caught you with your hands down. Let's keep him up. Listen, he's gonna come forward this round, all right? Keep that jab moving. Keep him away from you, all right? Look at me. И у нас вау номер 7. Мимо, того точен. Неплохо. Расмен. Попадает. Вайн. Эммануэль отвечает. Well done by the flash. Неплохо. Но вот о чем того. Расмен. Неплохо. До этого Таго отвечает. The Flash is dealing with the aftermath of being rocked, but yet he hasn't changed anything. He's still sticking with that style. Точно, Лайон. His panic has not set in. That's a good thing, Joe. He still believes he can get this thing done the way he came here to get it done. Good defensive skill with the block by Black Mamba. Помахивается Гаусия. Flash's head movement is really a factor in this fight. I mean, who would have thought it? Just one of the aspects of defense could be such a big key to this fight right now. Yeah, it is, and his opponent right now is not making adjustments. Matter of fact, he's starting to drown himself because he's going more and more head hunting. And the more he does it, the more he misses, the more frustrated he gets, the more tired he gets. He needs to make a change downstairs to the place that's not moving. Расмен. Неплохо. Мимо. Клинч. Расмен. Неплохо. Точно того. И седьмой раунд за того. 67-66. Гарсия впереди. This is a wipeout. You are winning this fight. You keep doing what you're doing, and you got this in the bag. А он сам сидит, что 66-65 уже того. И у нас вау номер 8. Точно.
Еммануэль. Неплохо. Клинч. Снова клинч. Мимо. Да, это Гарсия. Того отвечает. Попадает Эммануэль и потрясён Райан. Рашмен. Неплохо. Мимо. Попадает его Того. И Underdog сейчас давит. Фаворлита. Мимо. Помахивает Шавайан. Того точен. Неплохо. Мимо. Да, это Гарсия. Мимо. Да, Того. Снова точно был Эммануэль. Клинч. Неплохо. Рашмен. Точно снова Эммануэль. Точен Того. Гарсия отвечает. Снова попадает Underdog. И слишком много попускает Фаворлит. Мимо. Точно Гарсия. Точен Того. И восьмой раунд уже Того. Все же наши раунды 76-76. И у нас вау номер 9. Да, Того. Мимо. Гарсия точен. Рашмен. Неплохо. Мимо. Да, это Райан. Мимо. Рашмен. О, помахи лучше. Мимо. Помахи лучше Того. Снова точно Эммануэль. Райан отстреливает.
Неплохо подает Гарсия. Мимо Гарсия точен. Неплохо. Дает Гарсия. Снова точно Райан. Кого отвечает. Мимо. Дает Райан. Это раунд-то пока что будет по воле достаточно неплохо. Мимо. Да, это Вайн. Мимо. Да, это Го. Вашмен. Вок попадает Эммануэль. Мимо. И девятый раунд. Все-таки за Гарсией. 8-6, 8-5 Райан впереди. И наш чемпионский раунд. Like he was breathing in and out of his mouth for most of that round. Yeah, and that's a bad sign. That means that the gas tank is a little low. He's low on petrol. Keep it up. Keep it up. That's it now. Nice work out there. Keep fighting smart and keep busy. Don't take a break from this guy. Listen, I'm not going to stand here and watch you take those shots. И у нас раунд номер 10. Апперкот. Точно Гарсия. Мимо. Да, это Райан. Вашмен. Попадает снова Гарсия. Мимо. Вдаешь снова Вайн. Того отвечает. Мимо. Помахивает шаг Гарсия. Мимо. Того точен. Вашмен. Мимо. Да, того. Вашмен. Мимо. Вашмен. Мимо. Вашмен. Кэдлинч. Точно Гарсия. Неплохо. Вашмен. Мимо. Райан точен. Вдаешь снова Гарсия. Апперкот. В этом раунде Райан просто перештукивает своего оппонента. Помахивает от того. Мимо.
до этого. И 10-го он же голосит. 96-94 Вайн впереди. Double up on your punches and keep that lead fired, all right? Now you gotta breathe. Just breathe. Relax. How you feeling out there? Now you're not with me. А он сразу счет 95-92 в пользу того. И у нас вау номер 11. Вашимен. Точно того. Мимо. Вашимен. Точно Вайн. Вашмен. О, помахивай лучше. Неплохо. Мимо. Да, это голоси. Неплохо. Мимо. Да, это Вайн. Неплохо. Попадает в того, поражен Гаусия. Спускается в клинч, сейчас Вайн. И это нокдаун. Вот это да. Этого явно никто не ждал уже. Смотрим, как это было. Гаусия встает, и бой продолжается. Мимо. Помахивает Шавайан. Мимо. Вдает Шавайан. Неплохо. Мимо. А кого кот? Неплохо. Мимо, того точен. И 11 раунд за того. И у нас счет 104 перед финальным раундом. Just keep boxing smart. Good job. Good job. Good, good.
И у нас заключительный раунд. Вашмен. Снова обменяясь боксер-лудавами. Неплохо. Клинч. Неплохо. Точен Гарсия. Мимо. Неплохо. До этого. Мимо. Промахивает шутку. That he is willing to stick with the game plan. But Teddy, Mima. That game plan saw him knocked down earlier in this fight. What would you be telling him? You know, in some ways, I just you have to go with what you have. You know, you can't completely change. Точно в голосе, то год отвечает. You are who you are. So it's not the game plan necessarily, Joe, or the style that's wrong. It's the execution of the game plan. That has to be done better. Мимо. Точно Вайан. Мимо. Смотри, вот чего все это год точно. Неплохо. А у нас уже последняя минута поединка. Неплохо. Восьмен. Мимо. Восьмен. Да, того. Мимо. Восьмен. Что, 14, что это значит? Того. Ждем судейского решения. Like Rock'em Sock'em robots early on, but then all of a sudden, guess what? They started boxing. И победу с судейским решением одерживает Эммануэль Геймбой Таго. So a unanimous decision win by Black Mamba. Единогласно решение судей 115, 109. Гарсия дали первые 4 раунда, а также 10 раунд. Причем, со 6 по 8 отдавали 10-8, позже того, хотя нокдаунов там не было. Нокдаун был только в 11 раунде. Что ж, давайте обратимся к статистике. Гарсия попал в 390 удара из 999 выброшенных. Того 316 из 824. У Гарсии 62 из 450 в голову и 231 из 548 в корпус. У его визави 14 из 688 в голову и 204 из 435 в корпус. По раундам. Первый 3417, второй 3022, третий 3729, четвертый 3825, пятый 3928, шестой 2030, седьмой 3230, восьмой 2540, девятый 3423, десятый 4117, одиннадцатый 3232 плюс 7, 1115 плюс нокдаун и финальный 3123. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает вашему YouTube каналу.
Также подписывайтесь на другие социальные группы нашего канала. Мои пожелания, можете поджать канал Донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!